Нью-Йорке. Мы одевали пакеты в мусор. Надевали. Да, надевали. Ну, я все в процессе. Я делаю кухню. В общем, с последней съемки ничего не изменилось. Я также делаю дырочки. Еще я поранился, сейчас только что случайно зацепился. У меня идет небольшая, ну прям немножечко крови, но я во благо антуража ее просто так возюкаю. Смотрите, вот это очень похоже. Эй, диджей! Я нашел чуть-чуть свечей тут. Ну вот, чуть-чуть. Вот. Там, да? Там еще две коробки такие. Откуда у нас вообще такие? Так это ты что делаешь? Я оператор. А это у тебя твоя, да? Нет, я со своей пришел. А, у тебя есть своя? Вот, да. Верты! А ты что, грязными руками камеру мою взял? Че, обалдел? Ты мне сам ее дал. Лицо желтит у нас. Если лицо желтит, значит с печенью беда. Чего? Что вас пугает больше всего, леди Джейн? Чего вы боитесь? Раскройте тайну. Я боюсь тех, кто не знает, кто такой Хичкок. Леди Джейн, почему вы боитесь? Потому что если мы тут все загоримся, бояться уже придется вам. Держите, не бойтесь. Сквозь потолок надо бить. Да, ну что, бедняжки, не помню. Никакого уважения к мертвым. Она просто сдалась. Забывайте, что свечки горят. Кричите на меня. Я вас убью! Рынка. Лицо, немножко лицо надо переходить. Нет, ты Саша! Я ее пока крутила, она решила сама собой. Заглянула, посмотрела. Это надо, чтобы он вот так делал? Ой, зеркало. Что у меня постоянно вот... Сейчас бы кровь по стеклу размазать. Подожди, вот руки хорошо были. Голову чуть-чуть выше. А верни руки, Джек. Верни руки.